В День молодежи самые веселые и находчивые соревновались за главный трофей – кубок. Ну и, конечно, зрительскую любовь. Конкуренция была нешуточной. 6 независимых команд, сборные вузов, СУЗов и училищ, а также коллектив из Казахстана. На суд зрители КВНчики представили свои лучшие за год номера и совсем новые шутки. 14 омских команд, одна команда из нашей дружественной республики Казахстан. Мы надеемся, что все проходит позитивно, очень много народу. Сегодня мероприятие было практически на грани срыва, когда в обед пошел проливной дождь, но мы не отчаивались, не отменяли ни в коем случае мероприятие, и мы угадали. Конкурс был всего один – визитка. А значит, за несколько минут команды должны были заполучить зрительскую любовь и высокие оценки жюри. Более 1000 омичей собрались у открытой сцены и проявили себя как благодарная публика, аплодируя всем шуткам. Особенно полюбились зрителям сценки про студенчество и любовь. Готовились мы очень долго, на самом деле. Мы чуть ли не год собирали материал, писали много шуток. Вроде получился кубок очень хороший, но наше выступление точно. Посмотрите, сколько людей пришло. То есть еще люди мимо проходят, здесь очень проходимость большая. То есть все останавливаются, оборачиваются, останавливаются, да, и смотрят. Они развлекаются, набережные, все гуляют, так, смотрят, очень хорошее место выбрано, на мой взгляд. Команды собираются самые лучшие и показывают, что наработали за год. Жюри действительно пришлось потрудиться, чтобы выбрать чемпионов Кубка 2016. После долгих обсуждений трофей достался омской сборной «Сила Васис». Гости из Казахстана увезли домой приз за лучшую актерскую игру. А приз зрительских симпатий достался команде «Алексей Сергеевич».